Суббота, 26 ноября 2011 года. Сегодня здесь, на Белорецком шоссе 17, компания «Уралавто» вместе со Сбербанком России решила провести субботник. Да нет, вы ничего не подумайте, здесь не собирается прибирать до того ухоженную территорию. Здесь стартует программа приобретения автомобилей Kia по ранее невиданным льготным условиям. Ну, в смысле, это не льготные условия, это сейчас уже правило Сбербанка. Работать быстрее, оперативнее и лучше. И предлагать самые выгодные условия. Как-то небольшие, ранее неслыханные ставки на приобретение автомобиля. И это когда-то должно было случиться. Спекулянтов на рынке кредитования, а в данном случае автокредитования, выдавливать начал Сбербанк. Для справки, этот, хотя и самый строгий банк, всегда держал самые низкие проценты по всем кредитным операциям. Получить кредит, конечно, была здесь процедура непростая, но честно и положа руку на сердце, замечу, не Сбербанк раскручивал инфляцию. Он был единственным сдерживающим элементом. То есть у клиента был вариант получить головняк и доступный кредит или тупо переплачивать за все. Практически одинаковая ситуация и с Kia. Автомобили, имеющие весь передовой фарш, не стремятся лезть в цену бывшего ширпотреба, ставшего в раз элитным. Акцентирую ваше внимание еще раз. Дух автомобилей Kia – это все-таки доступность. Хотя это мое личное мнение. Ну а то, что Уралавто, официальный представитель, имеет для меня безупречную и честную репутацию – это факт. Сбербанк предлагает своим вкладчикам, потребителям 8,7% годовых на приобретение автомобиля в кредит. Эта ставка действительно минимальная. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Конечно, взнос может быть и 50%, и 60%. Соответственно, сумма вашего кредита уменьшится в зависимости от первоначального взноса. Приобретение автомобилей в кредит – это настолько сейчас широко распространено, как, скажем, взятие той же самой техники в кредит в магазине, так и оформление кредита в Сбербанке. Вы предлагаете широчайший ассортимент своих продуктов. Естественно, карточки Сбербанка принимаются во всем мире. Если я вас правильно понял, необходимо быть клиентом Сбербанка, то есть либо получать зарплату, либо иметь накопительный счет, либо иметь карточку, либо счет в Сбербанке. Так ведь? Для клиентов Сбербанка, которые получают зарплату или пенсию, мы предлагаем льготное кредитование. Соответственно, это еще лучшие процентные ставки. Но если у клиента получает зарплату в другом банке, он для нас также будет любимым клиентом. Мы его обслужим, выдадим кредит под ставку 8,7%. Машины Kia, представленные в салоне Уралавто, они имеют такую интересную особенность, что у человека может накопиться и 50%, может и 60% стоимости автомобиля. И он серьезно желает купить новый автомобиль. То есть процентная ставка станет еще ниже? Да, в зависимости от того, какой будет первоначальный взнос у клиента, есть возможность оформить автомобиль Kia Rio под процентную ставку 3,2%. То есть такой ставки вы больше нигде не найдете. Если у человека будет 50 или 60% своих собственных средств, соответственно, его кредит на получение кредита ему потребуется гораздо меньше денежных средств, и оформить кредит будет возможно сроком до 2 лет на ставку 3,2% годовых. Все-таки то, что происходит в стране, у меня лично вызывает должный трепет. Дай бог соберем Советский Союз. Президент и правительство у нас вменяемые, тут ничего не скажем. И хотелось бы, чтобы один банк остался. И тем более, когда банк проводит такие вещи, приятные сердцу, как субботники. Почему вы для субботника выбрали именно Уралавто Kia? Выбрали, потому что это наш старый партнер. Вместе мы работаем уже, наш банк и компания Уралавто, более 10 лет. Данное предприятие находится на комплексном обслуживании в нашем банке. И мы решили таким образом поддержать друг друга. В этот день мы... автосалон не только продает машины, но и мы тут же предлагаем оформить автокредит. Ну а почему нет? Купить новый автомобиль, имея нормальные мировые ставки по процентам.
Здесь Уралавто и Сбербанк меня лично порадовал. Кстати, из условий, прочитанных мелким шрифтом. Оформив кредитный договор, вы не платите никаких комиссий. А срок кредитования не съедает половину стоимости авто. Ну, каска с нашими водятлами – это, естественно, обязательно. Да и перед Новым годом заняться любимым магнитогорским делом, шикануть перед соседом новенькой иномаркой – легко. Новеньким автомобилем Kia от компании Уралавто, естественно. Необходимо, конечно, подвести итоги. Субботникова проведено здесь, 26 ноября 2011 года, вместе с компанией Уралавто на Белорецком шоссе 17 и Сбербанком России. Итоги этого субботника – это не кубометры мусора и всего остального. Как вы поняли, здесь Сбербанк выдавал и продолжает выдавать кредиты. Причем несколько человек при нас буквально ознакомились с этой программой и купили автомобили. Неплохой результат. Но Сбербанк не заканчивает выдавать вам льготные, действительно льготные кредиты на продукцию, продаваемую компанией Уралавто. Замечательные автомобили Kia здесь, на Белорецком шоссе 17. Дело в том, что до 31 декабря 2011 года это предложение действует. И если у вас, как у нормального автомобилиста, не 15%, ну, первоначальный взнос, а 50 и более, то процентная ставка-то совсем уж маленькая.